Смотрите, что у нас сегодня на улице творится. Снегопад в октябре. Когда такой был у нас? Так, вот сколько градусов. 0 ровно. Такая погодка. Аномалия причем. Никогда такого не было, чтобы в октябре такое снежище валило. Катаемся на горке. В октябре месяце. Сегодня у нас 22 октября. Это просто ужас, да, Даня? Ну как тебе? Кирилл там на горке вон. Кирилл, ты где там? Покажись. Вот Кирилл, пожалуйста. Ты что, на горке не катаешься? А, он лопатой чистит. Ага. В общем, зима в октябре, класс. А, маму собьешь сейчас. Что, тебе понравилось? Сегодня мы, кстати, пораньше в садик ушли. Вот катаемся. Всем семейством называется. Кирилл вон что там делает. Ты что, снег убираешь, да? Вот Даня едет. Ну все, ты вычистил, молодец, Кирюш. Что расскажешь нам? Зима классно. Класс вообще. Да, Киря, хотел сказать Даня. Что ты чистишь? Молодец, чтобы мальчики катались, да? Девочки. Кстати, на улице у нас вообще плюс 2, наверное, плюс 3. Тепло вообще, хорошо. Вот Кирилл на подмогу идет с лопатой. Ваня, подожди, я отдохнусь. Дань, садись, поехали, давай. С горки катись. Подожди, я сейчас... Когда мы еще в октябре поиграем в снежки? Никогда. Ну что, Владик, попали в себя? Нет еще. А так нельзя из-под тяжка-то. Надо подождать, пока папа встанет. Я готов. Это получается из-под тишка. Кирилл, давай садись, поехали. На этом, ну, на вон, на каталке. На ледянку садись, поехали. Что, тебе снегу? Нет. Ты уже снег готовишь, да? Такой грязный вообще, с листьями. Что там случилось у Дани? Все, прилетели. Давай, поехали. Первый поехал, второй пешком. Надо было перчатки вынести. Владик, ты такой хитрый себе вынес, а папе не вынес. Там же были перчатки еще. Теперь Дани в папу кидает. Надо во Владика дать. Надо во. Меня-то зачем? Смотри, что. А
Ладно, в общем, я пошла в магазин, ладно? Быстро схожу. Ты в птичку кидаешь, да, Дань? Да. Что, да, Кирилл, снеговик не получился, что ли? Сейчас Даня снеговика будет делать, да, Дань? Положи на снег и кати его. Он будет потом большой шарик. А, он с горки кидает его. Умный, да? Главное, не хочет так катить, а с горки хорошо. Да, Кирилл? Получится большой шар. Маму смотри, не подходит. Да, мне не надо. Там ты какой получился шар? Набросил его? Брота шара? Да. Он большой у Вадик, вот больно будет, Вадик. Тоже больно. Да? Ну давай. Дима. Смотри, в маму не попади. В меня не надо вообще. Только сейчас пришла с магазина. Купила, значит, я вот яйца. Потом заходила в Ариан, купила такие тирольские колбаски. Их надо жарить на сковороде, я жарю. Их очень вкусные они. С сыром одни купила вот острые для гриля. Но Сладик такие любит. Так, и еще купила там же в варианте фирменный сервелат. 630 грамм. Так, вот. И также в варианте йогурт земляничный детям. Так, потом в Пятерочке. Вот заходила в Пятерочку, купила для куриных крылышек. Буду делать барбекю. Так, и еще из Маги вот такая приправа для гуляша. Ой, гуляш тоже вкусный получается. Коту опять Кэти. Это только в Пятерочке такие продаются у нас. Три штучки вот. И еще корм. Ну вот, не буду на стол ставить. Так, также в Пятерочке купила вот ватные палочки закончились. Кетчуп для гриля шашлыка. Так, клей Момент нужен был. И также купила еще вот там по акции они были, 77 рублей. Шаума. Вот этот для мужчин купила. И вот такая женская, значит, сила кератина. Шампунь, укрепление и защита против ломкости. Тоже 77 рублей. Так, следующее. Это я уже купила в другом магазине. Сердечки. Это у нас Равис. Две упаковки сердечек купила. И еще 2 с лишним килограмма вот куриных голени. Это все в Рависе. Так, потом заходила в аптеку, купила ингалипт. Пригодится. Всегда вот нужен для горла. Вдруг дети опять заболеют. Так, и также купила еще детям футболочки. Одинаковые взяла. Одна размер у нас 6, одна 8. Вот это 8, 5, 6. Вот футболки. Все равно стирать их надо, так что здесь пускай. И еще один пакет я забыла. Вот тут у нас такие вот, как типа кексы. Не знаю, что это. В общем, такие кексы на развес были. И вот такие конфеты. Шоколад, там вафельные. В общем, с фундуком, что ли, не знаю, вот. Только конфеток. Еще мармелад купила. Это монетки уже. Вот такой рахат лукум купила. Очень вкусный он, кстати, я такой люблю. И вот такие печеньки еще. Сахарные. И вафли. Это магните. Вот они едут. Лиса, тяжело.
Там сосульки падают с крыши. Кошмар. Чуть не на камеру не свалила. Я вот только сейчас пришла с фикс-прайса. Вот, посмотрите, у меня пакет тут целый. В общем, зашла. Тут Данечка у меня стоит, да? В общем, зашла только за, ну, гирлянды, которые я покупала. В предыдущем видео про фикс-прайс я показывала вам. Это у нас полицейский такой и такой еще. Черный цветик. Вот. Такие два взяла я. 55 рублей они стоят. Взяла я еще там вот такое, значит, у нас это фингерборд. И мини-ролики. Помогает развивать ловкость и внимательность. Что у меня такие? Это маркеры вот для всех поверхностей, для бумаги, картона, стекло и пластика. Вот такие маркеры. Это Влад в себе в школу взял. Еще вот такие фломастеры я взяла. Много-много цветов. Мы такие уже не один раз брали, очень много раз. Вот еще взяла. Те уже куда-то делись все. И вот зачем я пошла. Это гирлянда. Кстати, вот не поверите, я забрала последнюю гирлянду. Там оставались только шарики. Эти все разобрали. Ни красного цвета, ни синего, вообще никакие нет. Вот как это, вот эта пачка меня ждала в фикс-прайсе. Вот, забрала последние такие звездочки. Шарики мне вообще что-то не понравились они. Обычные шарики просто. Там красный, желтый, синий цвета были. Вот, ну взяла вот последние звездочки, забрала.